И что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами я, Вань Чудик. Я записываю видео не с OBS, потому что вот смотрите почему. Сейчас я вам покажу, так камеру вот поправлю, вот смотрите, видите, что будет. Вот я нажимаю вот сюда, и вот что происходит. Не знаю, просто мне там OBS, знаете, что было? Просто я там хотел зайти, вот знаете, ну, хотел записать видео, ну, проверить, и просто, понимаете, там меня просили что-то обновить его, ну, я так подумал, а типа, ну, а зачем, мне нужна последняя версия, потом решил, ну, ладно, обновлю, что-то насмотрел, что-то как-то долго обновлялось, что-то зависло, то или еще что-то, я просто, знаете, просто взял, отменил, да и все, потом попытался зайти, потом попытался начать запись видео, и вот что увидел, и, а вот даже я не знаю, куда тут, что, ну, как, ну, что тут, куда нажимать-то, я не знаю просто даже, где теперь, даже не знаю, где теперь обновлять ее, если я отменил, где теперь вообще ее обновлять, я не знаю. Вот поэтому я записываю вот сейчас видео. Ребят, хочу вам напомнить то, что я зарегистрировался в Инстаграме. Значит, смотрите. Вот, в общем, что тут есть, вот как вы видите. Вот есть моя вот ссылочка на Инстаграм. Это вот заходите вот о канале. Вот, угу, да, так. Здесь сейчас куда сейчас снимать? Там вот отсюда, да, хорошо. Вот смотрите, вот заходите. То есть вот видите, вот вкладка о канале. Вот теперь вот смотрите, я в Инстаграм. Вот. Вот здесь вот и находится. Вот Михаил Гавриленков. И что это за фотографии такие? Публикации? Что? Что это за видео? То есть не видео, а сохранено отметки. Что это за фотки? Я это не публиковал вообще. Что ли? Какой-то... Кто это? Какие-то вообще... А, это стоп, одна фотка, что ли? Нет, смотрите, вот видите. Так, Михаил Гавриленков, 3 подписчика. Ну, и вот, значит, смотрите, так, отмена, нафиг это нам надо, так что давайте еще тут посмотрим. Так, тихо, я просто сейчас открыл личный кабинет, так что я не буду вам его показывать. Вот, опа, там, мне там два чувака какие-то лайкали. Опа, это... Это еще кто такие подписались на меня. Вот видите, два каких-то чувака подписались на меня. Вот кто это такие? Не знаю, какие-то... Не знаю, кто это вообще, честно говоря. Ну так, ну да ладно. В общем, смотрите, ребят, и я хочу вам еще сказать о том, то, что Инстаграм также есть и у Саши. Он завел его себе гораздо раньше, чем я. Кстати, ребята, если вы не заметили, я постригся, кстати, да. Так, вот вообще, вот смотрите, вот, пожалуйста. Кстати, я на этих пацанов тоже хочу подписаться. И вот я подписался. Я не знаю, видели это вы на камеру или нет. Ну вот, смотрите, короче. Вот, короче, вот это вот, это Сашин брат. Ну... А, не-не-не, вот я рукожоп. Ой. Короче, это, извините. И, в общем, вот смотрите, вот, допустим, мама, я в Дубае. А. Так, вот, смотрите, нравится вот этому. И, пожалуйста, вот, пожалуйста, вот и аккаунт Саши. Он тут ничего никогда не будет публиковать, да не знаю, будет или не будет, потому что вообще... Вот знаете, как, ребят, тут было дело с ним? Вот когда я вот говорил ему, вот он, то есть он не говорил, он не говорил. Он не говорил, скачай Инстаграм, я так говорю, да ну нафиг, что я там голых девочек, которые этих буду смотреть. Хочу Инстаграм все, да ладно тебе, все блогеры там зарегистрированы, я так думаю. Да ну и что, пускай регистрируются. Я этому сказал, я не говорил, я сказал. И, ну потом, вы сами понимаете. Я очень долго не скачивал, потом решил, что я скачаю, потому что модно так это действительно выглядит.
Вот, и вот дело в том, то что Саша вот меня просил скачать. То есть, если бы не я, тогда он сам бы в Инстаграме не был. Ну да, он, например, какой-то странноватый, вообще, честно говоря. Извините, если так говорю. И так, я что-то слишком много извиняюсь, а мне не кажется, что я много себе чего позволяю такого. И, в общем, и значит так. И, в общем, вот. Блин, вот что Саша меня просит зарегистрироваться в Инстаграме, если он там сам сначала не зарегистрирован. Ну, потом я его просил, а ты сначала зарегистрировался? Ну, короче, зарегистрировался, ну. Ну да, зарегистрировался. И он зарегистрировался. Даже не будет, наверное, там никогда ничего выкладывать, не знаю. И даже картинку на профиль он не прикрепил никакую себе. Он просто так завел, типа, чтобы я завел себе. Видите, какой он... Блин, вообще какой хитрый. Так, а это кто? Это какие-то рекомендации для меня. Так, что это за люди? Так, вообще не важно. Что-то в Инстаграм какой-то слишком какая-то открытая соцсеть, я смотрю. Опа, это чё? Это брат Саша в Дубае? Саш, на... я к тебе обращаюсь, Саш. Если сейчас это надо... Саш, тебе не против? Вот ты пишешь в комментариях, тебе не против, если я буду показывать своего родного брата? Ну... Не знаю, но я думаю, Саше это сразу не понравится. Саш, тебе это, я не знаю, понравится или нет. Может, тебе сейчас это не очень нравится? Ну, не знаю. Так, в общем, я сейчас снимаю на другой телефон, не на свой, а просто на другой телефон, вот и все. Стрима, знаете, кто это такой вот Сеня этот? Этот Сеня? Знаете, в общем, ребят, у него здесь подписчиков, вот Саша, он что-то очень сильно нравится. Саша, вот этот Сеня, вот он что-то сильно нравится ему, смотрите. Какая-то Дака. Дака какая-то. Ну, Дака это город в Бангладеше, там, где его брат живет. То есть вот, видите, и тут вот нарисованы эти вот. Дака, а этот какой-то 20. А вот это что такое? Это бред какой-то, честно говоря. Так что... А это что? Это 28 марта 2019. Так, это пожар. Вот это да, ужас съем. Вот Саш, что-то слишком нравится этот бой, потому что видео какие-то крутые снимает, а у него 3 видео всего. Причем последнее видео выходило аж 8 месяцев назад. А первое видео выходило аж 2 года назад. И всего 3 видео. Чё Саше нравится этот канал, так я не знаю, он даже вообще что-то как-то. Ну не знаю вообще. Так, ну, значит, что ж, ребята, я думаю. Что, не знаю. На этом, ребят, я уже, наверное, буду заканчивать. Ну что, уже пора заканчивать. Так что, что ж, ребята, спасибо всем за просмотр этого видео. Там я всего лишь сообщаю, то есть зарегистрировался в Инстаграме и показываю что-то. Допустим, как Сеню. Ну, там, Сашиного брата. И самого Сашиного аккаунта. Он там, ну, не показывает свое лицо. Кстати, ребят, я ссылочку в описании оставлю на его видео одно про его день рождения канала. И короче, и знаете что? На самом деле он вообще как бы, когда он там снимал это видео, он как бы поставил на себя камеру, потом скачал приложение Киномастер или Кин или просто Киномастер, да? Ну Кино, наверное. Кинная, не знаю. Ой, да хрена с два. И тименимините. Это типа, это замена на слово извините. Извините, хотел сказать измените. Короче, ребят, ну, в общем, да. Я имею это и в виду. Так что ж, ребята, я хочу спасибо. Скажу, а, да, я не договорил. В общем, Саша вот сделал видео. Про то, как он записывает видео о том, как был день рождения канала. Ну, Киномастер, он скачал это приложение. А потом он еще, знаете, что было там? Вот потом.
знаете, вот поставил камеру, то есть снимал на себя телефон, снимал, а потом слушал продолжение киномастер, и там, ну, вот, зацензурил его, как бы, ну, так, знаете, вот так вот, чтобы там квадратики эти были, вот как когда вот телевизор, вот, знаете, вот, когда телевизор лагает, вот, такие вот, ну, знаете, такие квадратики начинают срываться, и да, в общем, вот так вот. И эти вообще, ну, как-то надо, странновато, честно говоря, ну. Почему Саша не может показать свое лицо? Ну, в общем, прикольно, так зацензурил, как ну, вот в новостях, вот, допустим, вот видели, с новостей смотрели, и там, когда детей показывают, их же лицо там не показывают обычно, ну, когда они там не хотят, или они маленькие, и просто не могут сказать, что они им не любят. Поэтому они, на всякий случай, даже если они не понимают то, что это нельзя показывать, или, а может быть, им пофиг, все равно там пофиг, что их показывают. И поэтому они просто на всякий случай для безопасности просто цензурят лицо, закрашивают такими квадратиками, ну, на воздухе, знаете, такие. Вот, и поэтому... И так смешно, знаете, получилось. И вот Саша вот в киномастер так вот и сделал. Вот он, ну, знаете, как я догадался, как он делал по этому приложению? Там просто надо какой-то, надо платить деньги, чтобы убрать сверху такую, знаете, вот надпись. То есть, допустим, там же вверху всегда написано Made with Kin Master. То есть это, ну, сделано благодаря Kin Master. Ну, то там что-то сделано Kin Master. Сделано Kin Master. И да, в общем, вы понимаете, да? Знаете, да? И, в общем, вот. И я ссылочку на это видео оставлю. Пацаны, смешно очень получилось. Очень смешно получилось. Очень смешно получилось, и мне понравилось это видео, там он рассказывает итоги за год, и он там даже опрос даже написал, какая игра вам нравится, там Roblox, NHL 18, FIFA 18, и Minecraft, нет, какой-то Assassin's Creed или PUBG Mobile, что-то я забыл уже, какой там, в общем, три игры там, а тут четыре игры, четыре, я не помню, ребята, не помню, что такое, и да, смотреть сейчас не буду, да и ну его нафига. И, в общем, ребят, ссылку на это видео оставлю в описании. А что ж, ребят, спасибо. С вами я хочу попрощаться, потому что видео уже идет 12 минут. Это достаточно много. И я хочу сказать вам, ребята, спасибо, кто смотрел всем это видео. И что ж, дорогие друзья, всем удачи и всем пока.